10 к 1026.06.2018. Обновлено. 11.25.26 июня 2018 года 1 432 328 Москва, 26 июнь. РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву и главе администрации Кремля Антону Вайне до 15 августа подготовить доклад по ситуации с оплатой труда отдельных категорий бюджетников, определенных президентскими указами. Поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля. Правительство РФ совместно с администрацией президента РФ и органами исполнительной власти субъектов проанализировать ситуацию с оплатой труда отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики, определенных указами президента РФ, говорится в списке. Срок исполнения установлен до 15 августа. Ответственные: премьер-министр России Дмитрий Медведев, глава администрации президента Антон Вайне и руководители регионов.